смотрит, в окно заглянет, ничего за вещи не видать. Отдай на сторону и захлёб тех пока, к вещам не возвращается опять. Привет, меня зовут Аслан Романов, мне 28 лет, родился в Узбекистане, с 3 лет живу в городе Владикавказ. Закончил 3-е училище по классу столярное дело, потом решил поступить в колледж культуры на музыкальное дело. Учился по гармошке у Булата Газданова. Вокалом я начал непрофессионально, я занимаюсь уже где-то лет 10, а профессионально начал заниматься уже с где-то 2 года. Предпочитаю больше жанр патриотика и поп-рок, поп-опера. О проекте X-Remix я узнал от своего лучшего друга и отправил совместно с ним видео, и меня пригласили, и я очень рад. Огромный привет всем, кто меня узнал. Я бы хотел огромную благодарность выразить за мое творческое дело Мамуковой Людмилы Сергеевны, Каталиевой Марии Сергеевны, конечно, Булату Газданову. Сегодня я буду исполнять песню Кима Сванова «Ярок мат». Я участвую в проекте X-Remix на канале Медиа 15. Что?